Зачем нужно, чтобы вас поняли-то? Ну, кроме обычного социального инстинкта. Поняли, чтобы разделили вашу боль, ваши чувства, ваши желания там и так далее. Но если они такие простые, с ними что, почему они не понимают? А потому что все внутри переломано, перекошено, перевертано, перекручено, перемучено, понимаете, передумано и приведено в невротическое, понимаете, внутреннее состояние. И мы с этими неврозами, накопленными, с родителями, понимаете, с какими-то неудачными любовями, с какими-то друзьями, которые не друзья, и это десятое, еще десятое, и мы со всем этим неврозом идем, говорим, а давайте нас кто-то поймет. Ну, ерунда, казалось бы, правильно? А невроз – это, товарищи, вещь такая неприятная для окружающих.